Здравствуйте. Сегодня вторник, 29 октября. У микрофона Андрей Шароградский. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня в выпуске. Российская армия продвигается к городу Курахово в Покровском районе Донецкой области Украины. Почему Иран избегает прямого конфликта с Израилем, несмотря на недавний израильский удар по иранским военным объектам? Оппозиция Грузии призывает европейские структуры помочь расследовать фальсификации на выборах в парламент страны. Также сегодня. Чем дальше, тем больше государство пытается оккупировать память, представить единственно правильную версию истории. Я думаю, что отчасти поэтому появился этот день. Люди хотят вспоминать не только о жертвах, но и о причинах этой трагедии. В 150 городах мира прошла акция памяти жертв политических репрессий «Возвращение имен». Российские войска в ночь на вторник нанесли очередной авиаудар по Харькову, предположительно управляемыми авиабомбами. Погибли не менее 4 человек, об этом сообщили местные власти. Удар пришелся на частный сектор в Основянском районе. 2 дома разрушены, а около 20 получили различные повреждения, уточнил мэр Харькова Игорь Терехов. По его данным, российские военные применили ракету типа «Гром-Е-1». Вчера вечером российские военные ударили по центру Харькова тоже корректируемыми авиабомбами. Тогда 6 человек получили ранения. Радио «Донбасс Реалии» сообщает, что российские подразделения уже почти захватили город Селидово и быстрыми темпами продвигаются к другому городу в Покровском районе Донецкой области – Курахово. Вот что в эфире радио «Донбасс Реалии» сказал исполняющий обязанности пресс-офицера, обороняющий Курахово 33-й отдельной моторизованной бригады ВСУ Назар Войтенков. Нам уже не выстачает. Нам очень не хватает людей, которые могли бы подменить военнослужащих, уже долгое время выполняющих свой воинский долг на линии фронта. Нам очень не хватает тех, кто готовится поступить на военную службу или только что на нее поступил. И, конечно, нам не хватает снарядов, боеприпасов, патронов, всего того, что поможет остановить противника. Мы рассчитываем на западную помощь, потому что ВСУ сейчас используют оружие, которое стоит на вооружении у наших натовских партнеров. У нас есть танки «Леопард», есть самоходные артиллерийские системы 155-го калибра, у нас есть БМП и БТРы, тоже западного образца. И не только это. Всей этой технике нужно обновление. И тут, как я уже сказал, нам нужна помощь наших западных друзей. Ну и снова повторюсь, люди. Нам нужны люди, которые придут и будут оборонять свое государство от оккупационных войск, которых очень много. С этими людьми нам будет немного полегче. Можливо, тоді нам буде трошки легше. Это был исполняющий обязанности пресс-офицера 33-й отдельной моторизованной бригады ВСУ Назар Войтенков. Фрагмент эфира «Радио Донбасс Реалии». Глава Чечни Рамзан Кадыров лично сообщил сегодня об атаке украинского боевого беспилотника на здание университета спецназа в Гудермесе. Как выразился Кадыров, у одного из пустующих зданий университета возгорелась крыша. Сейчас, по его словам, пожар потушен, пострадавших нет. Университет спецназа в Чечне используется как центр вербовки и подготовки военнослужащих, в дальнейшем принимающих участие в войне в Украине, в основном в составе различных подразделений с названием «Ахмат». Удар по университету спецназа – первая атака беспилотников по целям в Чечне. Ну а президент Украины Владимир Зеленский вновь прокомментировал переброску в Россию подразделений армии КНДР. По его словам, уже в ближайшие дни северокорейские военнослужащие будут принимать участие в боевых действиях против ВСУ. Вот фрагмент выступления Зеленского. Северокорейские солдаты, солдаты и офицеры, у них есть и то, и другое. У них уже есть и то, и другое на российской территории, и они будут их использовать. Они будут их использовать и на нашей территории. 3000 уже на территории России, 3000 северокорейских солдат. Мы думаем, по информации нашей разведки, что у них скоро будет 12 тысяч. Я имею в виду скоро. Речь не о годах или месяцах, это скоро. Or months, it's soon.
Это был президент Украины Владимир Зеленский. Время свободы. По данным американского издания Wall Street Journal, при ударах, нанесенных Израилем по военным объектам на территории Ирана в прошлую субботу, были уничтожены 3 остававшихся на вооружении иранской армии российских зенитно-ракетных комплекса С-300. 4-й был уничтожен ранее. По данным Американского института изучения войны, один из пораженных комплексов С-300 находился рядом с тегеранским аэропортом. 2 других прикрывали объекты энергетической инфраструктуры – нефтяной порт, нефтеперерабатывающий завод и месторождение природного газа. Сами объекты энергетической инфраструктуры Ирана ударом не подвергались. Удар по Ирану был нанесен Израилем в ответ на ракетную атаку на Израиль со стороны Ирана, совершенную в начале октября. Соединенные Штаты призвали Иран прекратить свои атаки на Израиль, чтобы разорвать порочный круг ударов по принципу «око за око». Несмотря на воинственную риторику, Израиль и Иран, судя по всему, избегают дальнейшей эскалации, которая может привести к большой войне на всем Ближнем Востоке. Мой собеседник – лондонский политический аналитик, востоковед Андрей Остальский. Просачивается информация по поводу результатов удара Израиля по Ирану. Говорят о том, что были уничтожены системы противовоздушной обороны. Но так или иначе, как в свое время удар Ирана по Израилю, так и удар Израиля по Ирану. Многие сходятся в том, что эти удары носили скорее демонстративный характер и что стороны избегают эскалации. С другой стороны, по Ирану нанесен удар и, возможно, довольно чувствительный. Иран явно не хочет отвечать, а с другой стороны, вроде как и не отвечать нельзя. Как иранские лидеры будут выходить из этой ситуации, на ваш взгляд? Такое создается впечатление, что Иран не хочет эскалации. Или, скажем так, точнее, аятолла Хаменеи, Рахбар, верховный правитель, ее не хочет. И поэтому сдерживает своих ястребов и корпус стражи исламской революции. И, судя по всему, хочет ограничиться риторическими ответами. Но вот газета «Кейхан», хорошо информированная, связанная с властями, она написала в редакционной статье, что Иран ответит усилением поддержки союзников своих на Ближнем Востоке и укреплением своих оборонительных рубежей. Ну, в общем, нормальный язык. Подобная фраза переводится: «Мы ничего особенного делать не собираемся, не хотим эскалации». И думаю, что так оно и есть. Хотя, опять же, доходят слухи, что многие влиятельные лица вот в том же корпусе стражей и в некоторые аятоллы в религиозных кругах недовольны столь мягкой и либеральной позицией Верховного правителя и хотели бы каких-то жестких ответов. Но все-таки я вот, например, как и некоторые другие обозреватели, прихожу к выводу, что аятолла Хаменеи решил, в общем-то, что под конец своей жизни, он понимает, что не так много, наверное, ему осталось, он не хочет войти в историю как человек, поставивший под угрозу само существование Исламской Республики. А ведь именно об этом может идти речь, если разразится полномасштабная война на Ближнем Востоке, в которой вполне вероятно вступят Соединенные Штаты на стороне Израиля. Достаточно разумная, такая прагматическая, я бы сказал, позиция, хотя никогда не думал, что подобные эпитеты буду в отношении верховного лидера Исламской Республики употреблять, но вот создается впечатление, что по сравнению с остальными деятелями, по сравнению с ястребинами, вот этими лидерами всяких официальных и полуофициальных экстремистских движений, вот он выглядит просто вот таким, ну, абсолютно рациональным, спокойным, хладнокровным, расчетливым руководителем. Хочу обратить внимание, что после нанесения Израилем ударов нефть подешевело. То есть вот совершенно такое абсурдное предложение, тоже, в общем-то, нельзя было бы в него поверить, наверное, некоторое время назад. Как правило, при ударах, при какой-то военной составляющей, появляющейся ярко выраженной, немедленно нефть должна дорожать, до небес подскакивать должна цена. Наоборот, больше чем на 4% подешевело. Почему? Потому что трейдеры поняли именно так: эскалации не будет.
Это первое. Второе, что Израиль, видимо, по рекомендации настойчивой Соединенных Штатов, воздержался от ударов по энергетической структуре, прежде всего по нефтяной индустрии Ирана. И не надо ждать, и можно не бояться того, что наступит острый дефицит нефти на мировом рынке. Ну, плюс к этому и запасы там достаточно большие, как известно. В общем, все вместе, вот такая благостная вдруг появляется картина, которая о многом очень говорит и в смысле военно-политическом. Ну, вы упомянули о том, что у Айталы Хаменеи, духовного лидера Ирана, осталось не так уж много времени, но известно, что он человек уже в возрасте, и были данные о том, что он болеет. А все-таки насколько долгосрочен может быть такой отказ Ирана от эскалации? Ну, конечно, этого никто не знает. И ястребы, конечно, надеются, рассчитывают, что вот Падари фронт, так называемый фронт стабильности, как ни странно, парадоксально звучит это название, но стабильность имеется в виду преемственность с самыми радикальными идеями исламской революции, и имеющий своих сторонников и в высшем верховном духовенстве, и среди военных отчасти, и в корпусе стражи исламской революции. Вот эти крайние экстремисты надеются, что с уходом Хаменеи им удастся провести своего человека на эту позицию, на пост Рахбара, верховного правителя и главнокомандующего вооруженными силами. И тогда, конечно, они будут готовы перейти к серьезной и самоубийственной, на самом деле, возможной эскалации. Но есть везде фанатики. Даже в России есть люди, которые, наверное, всерьез говорят о том, что надо устроить мировую ядерную войну. Ну, в крайнем случае, мы в рай попадем, а все враги просто погибнут, как известно. Вот гораздо больше еще таких людей в Иране, учитывая религиозную составляющую общественной идеологии там. Но они не представляют, конечно, большинство иранцев. И, как мне кажется, вот трудно оценить, но все-таки не представляют и клерикального, что ли, общественного мнения, если можно употребить такой термин. Они все-таки экстремисты, которых большинство, наверное, деятелей исламских Ирана побаиваются и не захотят допустить до верховной власти их представителя. Но это такие вот, опять же, благостные, возможно, предположения, которые могут не оправдаться. Иран достаточно часто удивлял всех. Ну вот, вроде бы президент Пезешкиян, хотя он тоже отдает должное антиизраильской риторике регулярно, хотя подчеркивает, что она именно антиизраильская, а не антиеврейская. Там, ну, всякие у него есть нюансы, из которых мы можем заключить, что он играет, причем такую долгую игру, а на самом деле является деятелем умеренным, который не захочет настолько, насколько от него это может зависеть, а это тоже, конечно, вопрос, потому что реально эта власть, конечно, в руках у Рахбара была и будет в обозримом будущем. Но все-таки каким-то влиянием президент пользуется. И вот его он, конечно, использует для того, чтобы реальной эскалации не допустить. Еще одна форма, которую иранский ответ принял, и она, конечно, уже выходит за пределы этой благостной картины, и на самом деле трагедия произошла. И я уверен, что это связано с израильским налетом, поскольку Хаменеи и все высшее руководство боятся очень показаться слабыми перед лицом Запада, перед лицом Израиля. Вот надо как-то ответить, показать себя жесткими, сильными, уверенными в себе. И это все приняло трагический оборот в том, что касается судьбы одного человека по имени Джамшид Шармакт. Он был похищен иранскими спецслужбами в Дубае. Он живет, в принципе, в Соединенных Штатах и является гражданином Германии. Но вот они его похитили, притащили, и в феврале прошлого года, то есть давным-давно, он был приговорен к смертной казни якобы за террористическую деятельность. А на самом деле он просто представитель, он был администратором сайта Монархической Федерации Иранской. Она называется Королевская Ассоциация Ирана. И вот они его похитили, пытали, как он передал через родственников, и казнили. Теперь вот его на днях, буквально, видимо, сразу после израильского налета казнили. А до этого он как бы оставался некоторой разменной монетой. Недаром так тянули с приведением приговора в исполнение. Но раз вот вы так с нами, вот мы вам покажем, вот мы вам отомстим. Такая вот жалкая, конечно, и отвратительная месть. Но что делать? Это осложнит еще более, конечно, отношения Ирана с Германией, хотя куда уж сложнее. Но вот ничего лучше придумать для того, чтобы показать свою силу и решительность, иранские лидеры не смогли. Моим собеседником был лондонский политический аналитик, востоковед Андрей Остальский.
Говорит «Радио Свобода». Это программа «Лицом к событию» и ее ведущий Иван Воронин. Мы в ежедневном режиме анализируем главные события дня. Слушайте нас в радиоэфире 22 часа 5 минут, 0 часов 5 минут и 3 часа 5 минут по Москве. Что произошло и что будет дальше «Лицом к событию» с понедельника по пятницу. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня вторник, 29 октября. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила на митинге, состоявшемся в понедельник в центре Тбилиси, что ведет переговоры с европейскими лидерами, пытаясь заручиться их поддержкой движения с требованием отмены официальных результатов парламентских выборов в Грузии, прошедших в минувшую субботу. Согласно официальным данным Центральной избирательной комиссии, победу на этих выборах одержала с большим отрывом правящая партия «Грузинская мечта» миллиардера Бедзина Иванишвили. На митинге оппозиции были сформулированы главные требования по преодолению возникшего в Грузии политического кризиса. С подробностями из Тбилиси наш корреспондент Георгий Кабаладзе. Президент Грузии Саломе Зурабишвили стала безоговорочным лидером движения демократических сил за проведение в стране истинно свободных и равноправных выборов под эгидой международного сообщества. В понедельник вечером глава грузинского государства первой выступила на многотысячном митинге протеста, призвав соотечественников не смириться с тотально сфальсифицированными, по ее словам, выборами и продолжать борьбу. Вы не проиграли эти выборы. Ваши голоса украли и пытаются украсть у вас будущее. Я клянусь перед флагами нашей страны, что буду стоять до конца рядом с вами. Говорила с 6 европейскими лидерами за последние несколько часов. Мы можем получить международную поддержку в проведении расследования всех нарушений в ходе выборов. В Грузии осуществлена огромная спецоперация по краже выборов с целью отнять у нас конституцию и свободу. Сейчас не время для пессимизма и смирения. Мы должны защитить наш голос и наш выбор. Спасибо вам за то, что вы уже сделали и сделаете в ближайшее время. Заявила президент Зурабишвили. В ходе выступления она подчеркнула, что ни один европейский лидер не признает прошедшие выборы легитимными, кроме, цитата, «одного персонажа, который только что прошел рядом». Президент имел в виду премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который прилетел в Тбилиси, чтобы поздравить своих друзей из правящей партии «Грузинская мечта» и назвал Грузию «консервативной, демократической, христианской, проевропейской страной». Орбан остановился в отеле «Тбилиси Мариот», недалеко от того места, где проходила акция протеста. И незадолго до начала митинга его даже освистали митингующие, когда венгерский лидер вышел из отеля, направляясь на официальный прием от имени премьер-министра Кобахидзе. Один из лидеров коалиции «Единство» Михаила Саакашвили, бывший советник президента Порошенко Когита Вашадзе, сформулировал несколько основных требований оппозиции. «Мы никому не уступим нашу победу. Грузинский народ победил. Он не смирится с кражей выборов. Отказываемся от депутатских мандатов. Требуем проведения новых выборов, но под руководством международной администрации. Мы не будем вести никаких переговоров с властями, кроме консультаций о новых парламентских выборах». Лидер партии «Единое национальное движение» Тинатин Бокучава напомнила собравшимся о роли Михаила Саакашвили. «На нас сейчас с большой надеждой смотрит из политического заключения третий президент Михаил Саакашвили, который первым поднял флаг Европейского Союза в Грузии в 2004 году. Мы должны победить под этим флагом». А лидер партии «Граждане» Алеко Элисашвили сказал на митинге, что готов пожертвовать жизнью во имя европейского будущего страны.
Именно здесь, где в 1989 году начиналась борьба за независимость Грузии, я клянусь, что буду бороться до конца и готов умереть, даже если меня убьют в пытках. Ничего не боюсь. Призываю вас не бояться, бороться до конца, чтобы освободить страну. Судя по всему, требования оппозиции о международном расследовании нарушений на выборах и проведении новых парламентских выборов в ближайшее время будут обсуждаться в европейских столицах и Вашингтоне с участием президента Саломе Зурабишвили. Пока западные лидеры не столь радикальны, но многое будет зависеть от развития событий на земле в Тбилиси и других грузинских городах, где акции протеста только начинаются. Георгий Кобаладзе, Я Радио Свобода, Тбилиси. Вы слушаете «Время свободы». Ровно неделя остается до президентских выборов в Соединенных Штатах. Кандидаты от демократов и республиканцев Камала Харрис и Дональд Трамп активно проводят последние предвыборные мероприятия. В частности, в Нью-Йорке состоялся масштабный митинг в поддержку Трампа. Митинг привлек большое внимание прессы, но в первую очередь не речью Трампа, а выступлением одного из приглашенных гостей, которое спровоцировало довольно крупный скандал. Подробности рассказывает обозреватель «Радио Свободы», ведущий посвященных предвыборной кампании в Америке канала в социальной сети «Экс Кокус и Праймери» и подкаста 1620 «Пенсильвания Авеню», это адрес Белого дома, Валентин Барышников. Дональд Трамп провел Мэдисон Сквер Гарден, это спортивный комплекс в центре Нью-Йорка, в воскресенье довольно большой, можно сказать, даже грандиозный митинг, который... по идее, должен был бы открывать финальный этап предвыборной кампании, когда кандидаты как бы подытоживают, с чем они идут к избирателям, как они призывают избирателей, почему они призывают избирателей голосовать за себя. У этого мероприятия был длинный список приглашенных людей, которые выступали в течение вечера, включая Илона Маска, скажем, и все это увенчалось выступлением Дональда Трампа. Нью-Йорк не является штатом, за который идет борьба, он надежно голосовать за демократов, но без сомнения мероприятие в Нью-Йорке привлекало большое внимание прессы. По крайней мере, по задумке организаторов, Трамп сейчас проводит много таких мероприятий, которые предназначены прежде всего для привлечения внимания прессы, как это было, скажем, в 2016 году, когда, что бы он ни делал, пресса рассказывала об этом взахлеб. И надо сказать, что в этом смысле мероприятие удалось. Действительно, пресса о нем говорит, но не совсем из-за Трампа, а из-за выступления прежде всего комика Тони Хинчклифа, который в своем выступлении довольно... такие там были двусмысленные скользкие шутки, но в частности он назвал Пуэрто-Рико, я напомню, что это неинкорпорированная территория США в Карибском море, то есть она не является формальной частью США, но жители Пуэрто-Рико, они граждане США. Так вот, Хинчклифф назвал Пуэрто-Рико плавучим островом мусора и потом еще скользко шутило «Латинос». Это вызвало резкую реакцию не только со стороны демократов и видных пуэрториканцев, многие из которых призвали теперь голосовать за Харрис, но и среди некоторых республиканцев, среди избирателей которых много латинос и много пуэрториканцев. Они заявили, что подобная риторика не отражает ценности партии, и кампания Трампа заявила, что эта шутка не отражает его взгляды. Сам Хинчклифф довольно неловко защищался, заявил, что у демократов нет чувства юмора, что он, мол, любит Пуэрто-Рико и отдыхает там. Но надо сказать, что в течение дня это приобрело грандиозные масштабы, в течение понедельника на следующий день. Это буквально разошлось всюду, и тут необходимо добавить, что миграционный кризис – это одна из главных проблем волнующих избирателей, и это центральная тема кампании Трампа, которая использует крайне жесткую антимиграционную риторику, и можно себе представить, что выступление Хинчклиффа, оно было как бы в этом духе, в этом направлении. Потому что опросы показывают, что значительно большее число избирателей доверяют Трампу в этом вопросе по сравнению с Харрис. Но это выступление Хинчклиффа может иметь негативные последствия для Трампа, потому что в Пенсильвании, ключевом колеблющемся штате, живет более миллиона испаноязычных, и среди них много пуэрториканцев. И, соответственно, если они сейчас массово, и латинос массово пойдут голосовать за Харрис, это может теоретически изменить баланс, учитывая, что и в Пенсильвании, и в соседних колеблющихся штатах Мичигане и Висконсине разрыв между Трампом и Харрис в пределах 1%. Напомню, до выборов осталась неделя.
Рассказывал ведущий канала в социальной сети X, Caucus и Primary и подкаста 16.00 Пенсильвания Авеню обозреватель Радио Свобода Валентин Барышников. Время свободы. В России завтра, 30 октября, будет отмечаться День политзаключенных, а сегодня, 29 октября, в 150 городах по всему миру проводится акция возвращения имен, участники которой зачитывают имена жертв политических репрессий в СССР. Первая такая акция состоялась 17 лет назад. Ее идея принадлежит исполнительному директору ликвидированного сейчас российскими властями Международного общества «Мемориал» Елене Жемковой. Власти Москвы под предлогом антиковидных ограничений уже пятый год подряд не согласовывают акцию возвращения имен у Соловецкого камня на Лубянке, установленного там, где до 1991 года стоял памятник Феликсу Дзержинскому. Тем не менее, люди приходили сегодня к Соловецкому камню, чтобы почтить память жертв репрессий и возложить цветы. Среди них был правозащитник, председатель правления мемориала Ян Рачинский. И вот что он сказал в интервью YouTube-каналу «Возвращение имен», который вел прямую трансляцию акции. Мне кажется, это очень важный день. Это день, когда люди вспоминают историю, говорят об истории не по указке властей и не по их лекалам. Это способ помнить о жертвах не в тех границах, не отдать эту память государств. Мы видим, что чем дальше, тем больше государство пытается оккупировать память, представить единственно правильную версию истории. Собственно, день 30 октября, учрежденный когда-то независимо от любых властей, потихоньку оказался каким-то государственным. Я думаю, что отчасти поэтому появился этот день. Люди хотят вспоминать не только о жертвах, но и о причинах этой трагедии. И это способ объединения людей, один из немногих, которые остались. Мне кажется, что это очень важно для будущего. Это был правозащитник, председатель правления общества «Мемориал» Ян Рачинский. И последняя тяжелая для меня и моих коллег новость. В Риге на 59-м году жизни умер журналист русской службы «Радио Свобода» Иван Трифилов. Иван сотрудничал с «Радио Свобода» с 2001 года. Он работал в нашем московском бюро корреспондентом, обозревателем, ведущим экономического раздела нашего сайта. В 2016 году возглавил информационную службу московского бюро. После вынужденного его закрытия в Москве был сотрудником нашего киевского, а потом рижского представительства. Иван Трифилов был высокопрофессиональным журналистом, талантливым фотографом, добрым и светлым человеком. Нам его будет очень и очень не хватать. Это был информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска «Северин Южный». Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», в телеграм-канале «Время свободы» и на популярных платформах подкастов. Ну, у меня на сегодня все. До свидания. Студия подкастов «Радио Свобода».